Всем хай, с вами Айсрок, и я продолжаю прохождение игры под названием Valiant Hearts. Тут у меня голод украл ключ. Нужно его забрать. У него ключ. Блин, промазал. Ёбаный голод отдает ключ. Такая. Блядь, промахнулся. Вот он ключик. Нужно открывать дверцу. Так, что у нас? А тут у нас ничего. Выходим. Как там что-то на улице? Ксидомарный. Идем дальше. Что у нас? Колесо. Да, ну все элементарно просто. Так, теперь что? Опа, на ключки. Так, она видела квадратик где-то. Машина на ходу. Ну, а нужно проходить радиатор. А, тут треугольничек. Допустим, вот эта штучка должна подойти. Да, она подходит, надо взять бутылочку. Бежим. Искать бутылочку. Вот бутылочка. Нужно оказать медицинскую помощь. Девочки, судя по всему, она упала. Ну, оказывай помощь. Так, что? Ага, тут написано. О. Как-то так. Если не знаю, этого персонажа зовут Анна. Думаю, и эту игру играли люди, которым очень интересная история. Ну, в общем, даже если вам не интересна история, поиграйте. Игра очень захватывающая и очень-очень интересна. Так, я взял бутылочку. Иду набирать воду. Охлаждаем радиатор. Если по всему, поедем. Набрал я воды. Прохлада радиатор. Все, дай машину. Ух, у вас сколько тут много. Все, на фронт. Вот мы. О, это интересно, интересно. А ну такое уже было, такое уже мы проходили. Ничего себе, сколько осталось. Купить их. Это опасно.
Ого, что ты еще ж будто херосет бочечек. Так уже, ну, дальше, дальше на города. И так ты рулишь. А, это нужно вот так делать. Что ты так, это херня, а вот мы стали тихо, бочки, 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 тихо, спокойно. Да, машина у нас уже не в лучшем состоянии. Я надеюсь, мы успешно доедем. Машинка уже барахлит, ой-ой-ой. Бля, не доехал. Заново, это пиздец, надо быть аккуратней. Чувствую, мы опять не доедем. А нет, все. Мы доехали. 7 сентября 1914. Такси ехало в сумочку. Анна гордилась, чтобы побоять сам попасть в дом. Да, Анна оказалась на месте. Перед ее. Так, что у нас есть? Разве что там у нас нужно помогать там. Спасибо. Книги потом мы почитаем. А вот он медпункт. Ты просишь воды, да? Какая записочка. Записочка какая-то. А. Тут у нас ничего. Поэтому блоку перед этому кресту уже тащим, а третьему солдату нужно... Что ему нужно? Воды. Зачем мне воды? Пройдемся дальше, что у нас есть. Есть дверь. Хорошо, скайдем назад. Подсказочка, тихо-тихо-тихо, монетка, ну, дай на предметах, скрытых предметов я уже нашел, заходим в меня тут, пинка нужна, здесь ничего, вот пилка,
проходим. Это дичь. Блин, что вы мне пили, бля? Блин, что вы мне пиляли? Все вроде бы. Благодарен за оказанную помощь. Носки. 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 Тихо. Если. Проходим. Здесь воды очень мало. Ходим на улицу. Нажимаем этому помогать солдату. Че, он сразу не помог. Да, мне ружка очень сильно натянула. Что тут думать? Странное. Возьмем лопату. А костыль. Просит. Держи. Что у нас в этом краю? Это кусок от сигарышки. Последний остался у нас артефакт. О, можно сюда пойти. Водички мы набрали. Отличненько. К пилку возьмем. Спиляем деревцо, чтобы найти последний артефакт. Так. Взяли пилочку. Ну, пили. Пили деревцо. Ага. Все, медалька получена. Отличненько. Чудненько. А вот чем перебинтовать руку солдатику. Чудесненько, чудненько. Да сейчас, сейчас потерпи, потерпи немножко. Терпи, терпи, мы уже на подходе. Так. Так. Хорошо. Бинт. Отлично, просто отлично.
не знаю. Жахнул. Полечек. И по всему там полю. Дело идет доставать. Да, это свеж будет так. Напоить. Серьезно, здесь уже смертоносный газ. Это опасность. Это да. Есть. Открыли, да, судя по всему, церковь. Второй этаж. Там ничего. Здесь тоже ничего. Так, что тут у нас? Можно ставить шестереночки. Еще одной шестеренки у нас не хватает. Ага, вот как тут. Нифига. Это понятно, почему он не работает. Ладно. Стараемся дальше в поиске. Так, я еще не был в этом доме. Так, это интересно. Вот она, писулечка. Первая помощь. Лишенька. Так, искусственное дыхание. Есть. Вот, качали. Чудесно. Какой-то дижитали.
Пробежимся немножко назад. Да, сзади у нас тоже не фендер, но теперь подсказку. Подсказка вот что нам показала. Колокол, да, часть. Это уже и ежику понятно. Да. События. Ипор. Город в руинах. Кому интересно, читаем на паузе. Технологии в действиях. Да, не получится. Допустим, да. Больше выходов я не вижу. Смотрим, друзья, я скатил шестереночку, вы видите. Да, подсказочка все правильно отдала. Ставим шестеренку. Собираем. Нифига. Так. Если пробуем так, отлично, пошла вода горячая. Так, нужно спуститься, спускаемся. Так, все рады, безумно рады. Сюда должен быть какой-то артефакт. Нужно спасти человека. Есть. Этот ключевой газ уходит. Отлично, отлично. Показываем первую медицинскую помощь. Приготовили. Что дальше? Отлично. Взяли какую-то тростинку, что-то не было. Что это, честно, не рассмотрел. Можно выходить. Понятно, что там у нас. Так, я просто делаю дальше. И сюда. Что тут ужасная правда? Ну-ка. Солдат. Это улик, солдат. Так, я не помню, что у нас в квадратике вверху не встречает место назначения. Что-то здесь не то сыграло. Кто-то просит о помощи. Конем привалило солдата.
оказать вам медпомощь. Судя по всему, он вывихнул ногу. Да. Забрали ножку. Благодарить нас, солдат. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем. Я карту не показывал, как я дошел. Сюда дошел, вот так дошел второй этаж. Опа, на и все. Так, движемся дальше. Что нас ждет сейчас здесь? Ничего себе, меня опять отбило. Чтоб нас не прибило. Кот. Хорошо, да, так. Тут нет рычажка у нас. Все понятно. Так, тут. Дороги нет. Сюда, судя по всему, сюда. Так, туда проще. Помощь. Дело. А если я поднимусь наверх, что так тут ничего, шкафчики поднимать еще выше. Здесь шкафчики какая-то часть, судя по всему, секретный элемент, да, это уже четвертый элемент, еще два. Так, здесь ничего нету. Спускаемся вниз. Залазим. Как там забрать? Точнее, спасти эту женщину. Ага. Вот он как. Что-то здесь нечисто. Выходим на улицу. Сверху мы это не управляем никак. Попробуем просто забудить с колодца. Идем назад. Я, друзья, сбил картинку и нашел ключ. Ну, ключ вы знаете, от какой двери. Движемся. Теперь движемся мы к этой двери. Да, правильно пошел, правильно. Подсказка мигает, но она нам уже не нужна. Вот эта картина упала. Открываем.
еще фигнюшку берем. Спускаемся вниз. Тут ничего себе подземелье. Пробиваем картинки, но я не знаю, что это мне даст. Так нужно собрать коды, которые были на картинках. А я думаю, они же не просто так, ну, я сейчас поставлю на паузу, чтобы не затягивать вам время ваше. Так, ну я вроде бы списал код все на листочек. И теперь 2. Что у нас здесь? Так, Fallout 2, 6, 3. Я сейчас игра, скорее всего, 8. 3. А, неправильно, что-то. В обратном порядке. Я записал 8. 3. 4. 8. 3. 6. Ну, я ввел код, он оказался 684, что я вообще не въехал. Как это делать? Какая-то дичь. Так, тут какие-то у нас чертежи. Ну да, тут интересно. Что чертежи дирижабли. Вот так. Это у нас еще одна секретная штучка. Так, фитнес, вот он. В ключах. Так, теперь возвращаемся назад. Так, тут у нас снаряды попадали. Женщина задыхается. А. Нужно спасать ее. А, и походу все. Ну ладно, мы верим в то, что она жива. Ставим в рычаг, вытягиваем гранаты. Берем одну из них. Так, попадать нужно. Кинуть. Во-во-во-во. Тогда гранаты я взял. Скорее всего, разбить стенку. А сейчас посмотрим. Так, не то. Спускаемся.
Скорее всего, нужно бить завал. Кидаем. Нифига. Так, я понял. Не туда. Берем гранатку еще одну. Идет сюда. Сюда. Целимся. Ну, закидывай. Отлично. Да, есть. Она взорвалась, да. И можно спасти женщину. Отлично. Даем победить. Так, дыхание утиное, тихо. Корпусно. Есть, отлично. Что ж, думаю, на этом закончим мы свой выпуск. Ставим лайки, не жалеем лайков, для нас фани, потому что мы очень стараемся. Как вы видите, на канале появилось интро. Думаю, вам оно понравилось. Так что, всем пока, до скорых встреч, с вами был Исрок. Удачи!